же, как обычно, я. И сегодня мы поиграем на сервере в Майнкрафт. Да, снова, не опять, а снова. А, так, у меня, помимо моего домика, я построил еще магаз, тип магаз. Здесь недорого все продается. Алмазная броня есть тут. Ну, в принципе, тут все нормально. Здравствуйте. Магаз временно закрыт. Ну, ладно. Я сюда. Ничего не знаю. Это мой дом. Идите. Идите кой-куда. Не надо мне сюда. Так, стоп, у меня есть меч вообще хоть какой-то? Ясно, у меня нет меча. Сейчас пропишем кидстарт. Хотя зачем, если меч не выдают в кидстарте вроде. Слэш, кид, бонус попробуй. Ура, не ушли. Так, так, ну меч я так и не получил. Так, меч есть. Я хотя бы защищен. Что ему надо? Стоп, здесь серьезно, столько супов. Супов? Ой, ё-ма. Это дохрена рыбов. Ура, он ушел. Ну, наконец-то. В мой дом не лезь. Так, ладно, мне надо в шахту. Корные. Что? Так, ясно. Хоть это ушел на грибов. Ну, хотя бы... хотя бы еда есть. Так, у меня есть лопата на остроту 10. Ой, как... серьезно, стоп? На остроту 10. Так, ладно. Окей. Нормально. Так, это у нас... У нас есть, да, у меня есть алмазная кирка, это все отлично. Так. Так. Мне надо на какую-нибудь глубокую высоту пойти, чтобы накопать. И, кстати, предупреждаю, скорее всего, в ближайшую неделю или две роликов не будет. Это скорее всего. Потому что я уезжаю к деду. Вот, и, короче, возможности... снимать ролик у меня не будет, постоянно придется пахать, да еще и брат будет. Ну, короче, ладно, это уже для вас лишняя информация. Это мы разглашать не... я не обязан разглашать это. А... так, сейчас я должен так раскопать. Воп-воп-воп, мне бы хотя бы... стоп, я понял кое-что. Я забыл. Слэш майнер. Не минер, майнер. А так. Так, отныне я шахтер. Да, я каменщик, работаю 3 дня без зарплаты. Два, а ладно. Зарплатой 1 рубль. Мне надо достаточно большую площадь раскопать. Чтобы найти то, что я ищу. Я ищу уголь. Да, ясно. А как вы могли заметить, я тут уже немножко раскопал. Вот. И я понял, что через 30 сек рестарт. Это очень плохо. Хотя нет, на самом деле рестарт это не очень плохо, потому что рестарт он просто выкидывает в ломби.
но меня раздражает. Я не люблю, когда меня в лобби перенаправляют. Окей. Так, сейчас... Оказывается, на сервер зашел Дима. Сейчас я сейчас попробую к нему ТП хнуться, но для начала я хочу немножко расчистить у себя шахту. Продолжаем. Вот, смотрите, ребята. Немного тут расчистил еще тут. Видите, вот поуютнее стало. Надо вот так вот копать. Оп, оп. Алмаз... Не, ну, конечно, алмазная лопата — это вообще круто. А к Димчику я так еще и не наведался. Сейчас, наверное, пойду. Но я... Вот. У меня получилось вот здесь накопать. У меня вот есть план, типа, вот так сделать сейчас. Оп-оп. Сейчас оп-оп-оп-оп. И вот здесь, типа, спуск. Оп, вот. Вот так вот. И все отлично. А, гравий пошел. И снова гравий кончился. Вот снова железо. О, железо — это полезно. Железо — это очень полезно. Угу. Хотя у меня этого железа завались. 40 штук. Ну ладно. Оп-оп-оп. Идеально. Ох, кремень выпал. Хотя у меня и так кремень есть. Так, оп-оп-оп. Угу. Уголь. Это хорошо. Еще одна кладка угля, серьезно. Лестниц, к сожалению, нету у меня. Ну, ладно. Окей. Так, ладно. Пора наведаться к Диме. У него там есть тоже шахта. Сейчас будем к нему наведываться. Пишем команду. Если он, конечно, еще не вышел, ну ладно. Слэш ТПА Дима4К. И все. Игрок не онлайн, или ты... Человечь. Он же был здесь. Я помню. Слэш ТПА Димчик. Ну, Димчик же. Дим4К. Может, кул надо? Нет, без кул. Димчик. ТПА Димчик. Игрок не онлайн. Вот жалко. Окей, делаем еще один этаж вот такой вот. Обидно, конечно, что он вышел из майна. Ну ладно, бывает. Так, кстати, сколько сейчас времени? 14:35, сейчас. Так, окей. Оп, оп, оп и оп. Копаемся. Я снова... Я каменщик, работаю 3 дня. Без зарплаты. Ладно, у меня зарплата 1 рубль. 1 рубль в час. Идеально. Ладно, шучу. Шучу, шучу, шучу. Постоянно я шучу. А так, что я могу поделать? Я ничего не могу сделать. Обидно. Так. Вот так вот. Тыц. Тыц. Угу. Сейчас немного подымемся. Хотя ладно, подымемся наверх. Вот. Как я тут расширил. Ну, в принципе, нормально. Как мне кажется, нормально расширил. Все идеально. Поднимаемся наверх. У меня также в данном моменте 4 стака камня в инвентаре, 12 железа, 60 угля и 28 алмазов. Алмазов. Это все отлично.
Только мне подняться надо. Кит старт или кит бонус. Ну, это я знаю. Типа, кит старт, кит бонус. Так, из магазина своего я заберу то, что мне надо. А точнее, мне надо... Не знаю, что мне надо. А, железка. Железка это полезно. У меня стак железа. Идеально. Вообще. Просто топчик. А, так, что мне надо? Его рагу, чтобы покушать. Но. Кушаем грибной рагу, хотя я ненавижу от души грибы, вообще ненавижу. А, так. Угу. Так. И два блока отсюда. Еще вот здесь. Вот здесь. Ошибся немножко с расчетами. Так, у меня нету дерева. Так что будет так. Хотя бы топор есть. У меня даже топора нет. Обидно. А, у меня со своими нет 200 ка нормально. Так. О! Красотища какая. Что еще нет? А, так. Не знаю, что мне построить. Да, кстати, это тоже железная руда, которую я накопал. У меня также есть алмазка. Фулл алмазка. Я хожу в каких-то поношенных вещах. Окей, сейчас будет. Только камень сложу. Я ж камень. Так, окей. Точно. Смотрим